Помогите! Нет, я не умею драться! А, помогите мне! Мне кажется, он слишком большой! Помогите! Так! Я не умею драться, я только умею упихаться! На канале Бурячка ты сможешь найти интересные, смешные и угарные Майнкрафт приколы всего по 20 секунд каждый день. Также анимация и синематики. Заходи и подписывайся, лично я одобряю. Ну что, пацаны, как дела? Ну так, так, нормально. Я слизь тупая. Я тоже тупая слизь, ну, что делать? Я только лайки ставлю за то, что мы тупые слизи. Вот лайк, если любите тупую слизь. Думаешь, за вот это лайки ставят? Ну да, мы же тупые слизи. Ну, можно, можно. Тогда и комментарий, наверное, да, за тупую слизь можно поставить. Да, да, да. Прикольно. Как дела, пацаны? Да, как я, обычно. Я булькаю. Я булькаю, буль-буль. Да, нормально. Прикольно. Что происходит? Слизь! Слизь! Боже, нет! Что происходит со слизью? Помогите! Смотрите, ребята, кто я? А кто вы? А мы уже не тупые слизни, кто мы такие? Мы слизни-ниндзя! Тупые слизни? Мы черепахи! Нет, мы слизни-ниндзя! Не-не, мы слизни, мы слизни. Мы черепахи. Мы слизни-ниндзя! Не знаю. Прикольно. Прикольно. А что у тебя за оружие, смотри, Игорь? У меня какая-то жесткая штука. У меня тоже есть, смотрите. А у меня палка! Офигеть! Так, давайте выбираться. О, смотрите, крыса какая. Смотрите, что я сейчас покажу, знаете, на что я способен? Сейчас я покажу своим супер-пупер способностью. Так, вот хоп-хоп, ниндзя. А, ну да, давай. Давай, показывай. Показывай, раз. Смотрите. Ой, что он делает? Медали? А мы сейчас крутые слизни, а ну давайте я. Давай. 360, опа! Опа! А я тут поражаю своим умом, понимаете? У меня просто такая палка. Ну почти, да, конечно. Почти. Наша компания просто. Так, давайте убираться. Тихо. Смотри, а это кто такие? Где мы вообще, ребята? Откуда мы знаем? Мы в канализации всю жизнь прожили. Смотрите. Мы ж тупая слизь. Ну сейчас тупая слизь. А почему оранжевая фигня на башке? Это я, потому что ниндзя, у меня новый оранжевый цвет. Нет, потому что это тупая слизь. Так, ну что, продолжаем, да, куда мы идем? Да, так я же говорю, смотрите, там кто-то стоит. Это кто-то, Бибоп и Рокстеди какой-то. Они тоже слизни? Нет. Наверное. Чё? Привет, ребят, привет. Вы тоже слизни? А, они не слизни, они притворяются. Да, блядь. Бибоба. О, что там? Посмотрите, что там. Так, читаю. Привет от Шреддера. Кого Шреддера? Чей это друг? Какой привет? Какой-то Шреддер. Кто такой? Че знакомый, где-то я слизня такого видел. Что-то я такого, вот на улице постоянно говорили про этого Шреддера. Че, выбираемся? А нас там не зачмурят, мы же все же слизни, нет? Ну мы зато спасем город от этого Шреддера. На людей почти, только зеленые и... Ну да, 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 можно, давайте. О, как раз выход. Все готовы, давайте. Да, на Шреддера, вперед, ура! Ну что, вылезаем. Давайте, ребята. Братья мои, вылезайте. Опа, так. Воу, город, мне кажется, надо идти в пиццерию. 100% Шреддер там, пойдёмте искать. Нам нужно сделать эффектное появление. Слизни ниндзя с вами. Та-та-ра-та-да-та-та. Вижу ниндзя, бьём ниндзя. Помогайте, братья. Видимо, Шреддер здесь. Давайте быстренько завалим ниндзя и пойдем. А что за здание вообще? Театр какой-то, да? Ну, наверное, тут давайте. А да. Пиццу когда заточим? Позже? Мы, короче, смотри, сейчас мы завалим Шреддера по фасту, да? Ага. И все, и пицца там. И отпразднуем, да, отпразднуем пиццу. Там, можно, давайте. Так, входим. Супер слизни черепашки, а может и слизни. Ой, он же какой-то большой. Я пойду домой, ребята, давайте. Помогите! Нет, я не умею драться! А, помогите мне! Мне кажется, он слишком большой! Помогите, ниндзя! Так, я не умею драться, я только умею упихаться. Нифига себе, он большой! Ой! Он же меня убьет, братья, помогайте! Нет, беги! Я с тобой защищу тебя! Все, я убегаю! Нужно отхилиться! А, я тебя заберу! Готов! А кто там в клетке? А кто там в клетке, мне интересно? Кто это такой? Там в клетке какой-то фиолетово-черный чувак. Нет, это Сплинтер. Какой-то фиолетово-черный чувак. Это крыса большая. Крыса? Она почему-то фиолетовая. А. Ты наркоман!
Он дальтоник, он... Прикинь, наш брат дальтоник какой-то. А почему она фиолетовая? Какая фиолетовая? Я думал, что крыса серая или коричневая. Вот она коричневая. Она фиолетовая. Странно. Ты дебил! Ладно. Она фиолетовая. Да, я наверное дальтоник. Да, у меня нормально, у тебя как? У тебя нормально? У меня фиолетовая. Все. Ну давайте, не знаю. Так, давайте. А кто вообще, нам стоит вообще его вытаскивать? Вдруг она злая какая-то? Да, это какой-то жесткий чувак. Ну раз Шреддер его запер здесь, значит он хороший. Раз добрый. Да. Шреддер-то плохой, а он добрый. Ну давай, поверю. Так, давай, следуй за нами. Давай. Давай, фиолетовая чёрная крыса, пойдём. Он похож на Вантама. Да. А вот сейчас пиццу точно уже заточить. Отпраздновать это всё дело. Будем искать пиццерию, сейчас найдём пиццерию. Ура, вперёд, пиццу. Давай. Чувак, странный немного, ну давай. Ну ладно. Так, выбегай. Фиолетовая чёрная хрень, иди быстрее. Давай. Не обижай его. Он фиолетовая чёрная хрень. О, а мне кажется, тут, кстати, не. А вот там, ну давай, сейчас. Ой. Ну что, братья, победили, можно отпраздновать, да? Какая хорошая пицца! А Сплинтер что, ничего не кушает? А он чего там молчаливый? Он мудрый, ему нельзя кушать, говорить, шевелиться. А может он просто пиццу не любит, а? Предатель нашей компании. Ну да, так что, ребята, ставьте лайк, если любите пиццу. Да. Нужно спросить у всех, если любите пиццу, ставьте большие пальцы вверх. Если нет, то не знаем, что сделаем. Убьем. Да, надо писать в комментарии, надо еще писать в комментарии. Вот именно напишите в комментариях. Какую пиццу вы любите? Там с сыром, там, с колбасой. Чем еще? Сыром получше. Да. Ну все, мы ни с кем делиться не будем, поэтому давайте всем пока. Сами покушаем.